Всем привет, ребята! Сегодня снова на изидропе. Сегодня снова будем мучить кейс с наклейками и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Колесико я с утра крутанул. Не помню там. Давай глянем, что у меня тут бонусы выпало, не помню. А, 25% дисконт выпал. Вот, ну, его я использовать не стал, потому что нафиг надо, когда мне там ребята в комменты кидают 30% коды. Ребята, я сразу скажу, что я все ваши коды, наверное, вряд ли успею, смогу активировать там, да. Тем не менее, тем, кому активирую, ну, будет хоть какая-то польза от того, что я эти кейсы, блин, открываю. Так, ну, разминаемся, как обычно, с фрикейсов. Как обычно, разминаемся фрикейсами. Смотрим, что нам, как нам тут выпадает гроза, да. Волк практически. Солидно, солидно. Что? Вы это видели? Блять, я... Ребят, вы... Иди нахуй, что выскочило? Вы это видели? Блять, я в ахере, я просто в ахере. Все, я не знаю, что, это просто в ахере. Вы видели просто 500... Форс дроп, ты вообще там отдыхаешь. А, ну теперь Desert Eagle, да? Ну, ничего, там все там просто вот. Просто 500 рублей, блядь. 550, 60. Не, ну это просто вообще красиво было начало, да? Красиво. Что, блядь? Так, 35? Это... Я думал, ты тоже рублей 500 будешь стоить, а ты 35. Ну и иди нахер тогда. Не, ну, блядь, сука, дай я еще раз ее открою. Это я не верю, просто я не верю. Ну вы видите, это же охереть. Охереть, смотри, вчера вот это, сегодня вот это. Это, честно, я два дня, вот я вернулся, я закинул 250, два раза по 500 рублей закинул. Вот, у меня один вот этот и то превышает. Плюс еще то, что вчера там скинул. Не, ну я вообще доволен, я просто, я доволен, это охрененно просто. Давай граффити покрутим. Че, давай по 4, наверное, не будем. Тянуть кота за яйца сегодня, я и так уже окупился, блин, в двукратном окупе я. Я в двукратном окупе. Поэтому, че мне тут, че нам кабанам тянуть там теперь, да? Ну, это красиво, красиво. А сегодня что, четверг? Что, изик по четвергам дает или как он там дает? Херово поймем. Ну, сейчас на наклейках проверим, что он дает. Что он дает, сейчас проверим на наклейках. Изи дроп. Мне с фрикейсов круче дроп выпадает, чем вот вообще с каких-либо прокруток, с каких-либо открытий. Это просто, ну, разминочка прям на ура пошла. А что сюда меня вот не высветило, что типа я там такой... Хороший дроп выбил. Или тут от скольки рублей здесь должны попадаться. Ну пока серость. Пока серые наклейки всякие там сыпятся. Ну всякая херня там, да. Ничего интересного. Сейчас, наверное, несколько раз быстренько откроем. Посмотрим, что нам на быстром выпадет. Тамара. Запечатанные граффити. Запечатанные граффити Тамара. Ну тут по-быстрому тоже. Да не ху-ху падает. О, блять, там была какая-то такая хорошенькая наклеечка, а я ее это сбагрил, которую можно было бы в контракте запиндюрить. Ну смотрите, сегодня завтра я еще открываю наклеечные кейсы, вот эти вот граффити. Сегодня завтра я все-таки хочу на форсе открыть. Я, короче, посчитал, мне там нужно 1300 закинуть, чтобы открыть три кейса по этим. Так, ну давай вот мы тебя оставим, чтобы мне открыть там три кейса с этими, ну, с бонусами, которые там с дисконтами у меня есть. Мне там нужно косарь 300 закинуть. Вот я вот и думаю завтра их открыть. Завтра, может, на форсе их открыть, там эти три кейса. Ну, три кейса сами по себе, они же такой, знаете, будет этот мелковатый розыгрыш. Либо мы в воскресенье, когда будем это розыгрыш проводить, то есть перед проведением розыгрыша,
Тяни до ножа, бака ты серая, собака ты серая. Что за 50 рублей какая-то наклеечка спанула. Вот, либо воскресенье. Вот я думаю, просто в субботу тогда что? Армейский кейс здесь проверим. Проверим армейский кейс здесь в субботу на изике. Что мне, как мне там с армейского кейса сыпанет. В общем, посмотрим. Да, наверное, в воскресенье пооткрываем кейсы на этом. И в стиме, которые у меня контейнера там лежат. Этих три откроем. Ну, как раз, в принципе, думаю, будет. Думаю, более-менее будет. И потом розыгрыш проведем. Да вот думаю, может, блин, ролик затянутый получится. Хотя, что там открыть получается? Открыть там три кейса на одном сайте, 7 кейсов на другом сайте. То есть 10 открытий. Что тут затянутого-то получится? Это здесь он получается, поскольку открытий. А там-то фиг его знает. Может, там что-нибудь сочненькое выпадет такое, что прям в дальнейшем можно будет разыграть. Да ладно, фиолетовый. Сколько ты стоишь? 157 рублей? Вы это видели? Слушай, я хер знает, может, вообще такую это... Это, блять, ее разыгрывать можно, такую гифку. Хотя хер знает, вот эти с граффити. То есть стоит, как бы, их вообще, ну... Ребят, напишите в комментарии вообще, ну, как бы, хотели бы, чтобы я вот, например, такую наклейку разыграл за 157 рублей. Или не стоит вообще, да? Ну, напишите. Вот, да, я напоминаю, в воскресенье у нас розыгрыш. В это воскресенье уже 1 ноября. Да, кто не в курсе был, что в это воскресенье уже 1 ноября. У нас будет розыгрыш, будут разыгрываться 3 скина. По-моему, там максимальная стоимость скина это будет там что-то рублей 150, что ли, он там. Вот. Ну, могу, конечно, и ошибиться, да, насчет максимальной стоимости. Вот. Ну, где-то, наверное, в этом районе. То есть там скинчики будут где-то, ну, два скина до 100 рублей. То, о, я думал, он вот сейчас вот тут остановится. Нет, не это. Два скина, то есть в пределах до 100 рублей. И один скин там где-то рублей до 150. Вот. В принципе, не исключено, что один человек может выиграть несколько скинов. Может быть, даже там два, может быть, даже и три там скина выиграть сможет. Вот, то есть я, как там карта ляжет. Единственное, что, ребят, вы... профиль откройте свои ютубовские, сайт, через который я буду разыгрывать, он, если профиль закрыт, он не видит вашу подписку, а естественно, если подписки не будет, то, ну, он не будет показывать, что есть подписка. Это значит, что условия конкурса выполнены не все, и я вынужден буду вам просто отказать, если приз выпадет вам, чтобы так не разочаровываться, чтобы я себя комфортно чувствовал, не отказывая вам. То есть откройте просто свой профиль, откройте. Так, чуть-чуть, ну, не, ну, в принципе, смотри, он мне хорошо дал сегодня, да? То есть, получается, вот этот скин 550, наклейка за 150, только 700 рублей. Плюс еще 2 там по 30-ке там, да? То есть, ну, он густо мне сегодня, жирненько там дал, да? Так, давай мы сейчас, вот, которые сейчас наклейки выпадут, мы их, это, продавать не будем. Мы с серыми наклейками сделаем контракт. Мы из серых наклеек сделаем контракт. Посмотрим, что да как. Что да как. Тут еще какая-то синенькая, да? Ну, это рубли за 40 там, по-моему, с чем-то идет, да? Вот она за 43. Ну, тоже хорошо, да? Хорошо. То есть, в принципе, наверное, с десяток наклеек я наберу за 40 рублей. Ой, а зачем я это тебе продал? Ты же договор... Я же договорился, что я сейчас... Не буду там их это продавать, я из них контракты фигачу. Посмотрим, что с контракта там выпадет. Знаете, что будет обидно, если с контракта, вот с такого говеного контракта, выпадет какой-нибудь этот максимальный там скинчик. То есть вот это вот будет обидно, потому что... Так, мне сейчас надо, знаешь, что за... Вот этого не хватит, а вот эту мы... А, подожди, рубль и... А, вот эту продадим, а вот это заберем, чтобы мне еще 4 кейса притянуть.
и пойти серые серые контракты делать. Звучит-то как серый контракт. Серый контракт. Ну, погнали. Давай посмотрим. Из дешманских. Тут даже не будем. Дешманский, дороган, дорогой. Там тут, блядь, и так одна шляпа. Короче, у нас может либо за 8 рублей что-то выпасть, либо за 129. А мы с вами вложили 32 рубля. Там получается в 4 раза дешевле и в 4 за 9, да? То есть, ну, иди ты нахер. Получается в 4 раза дешевле, либо в 4 раза дороже там что-то выпасть может, да? То есть еще один скинчик надо какой-нибудь закинуть сюда. А что у нас там, 10 рублей? Вот, мы как раз сейчас этот один скин крутанем. Вот и будет 10. Вот и будет 10 у нас там скин. Как раз вот запечатанный график ниндзя. Ну, там таких дохерища ниндзей. Все, да? Че теперь? О, смотри, теперь на 34 рубля. Ну, сколько получается? Ну да, где-то вот так вот и есть разница, что в 4 раза дешевле, в 4 раза дороже, значит, может выпасть. Буква Х. Буква Х и... Сегодня что с сайтом? Ребята, вы видите, что происходит? Не, вы это реально видите? Охренеть! Слушай, это просто... Это просто трындец. Вот это вот, начиная вот отсюда, вот до сюда, это сегодня мне выпало. То есть давай-ка вот... Вот насколько продать все, насколько здесь? То есть здесь денег на 1300. Два дня, ребят. Я, сегодня я вернулся со второй день. То есть я закинул 500 рублей. За два дня я закинул 500 рублей. Вот у меня сколько всего выпало. То есть вот сколько выпало. Ну, смотри, вот эти вот... Вот эту синь. Ну, вот этот я не буду, конечно, крафтить. Вот этот я хер его знает. Может тоже вывести там на розыгрыш, что пригодится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Есть 8 скинов, 8 наклеек, которые можно, в принципе, сделать. Еще 2 нужно будет. Завтра нужно будет еще выпить 2 и будем делать контракт. И будем делать контракт. А вот это, вот это, вот это и вот это, ну, естественно, я, конечно же, выведу. Ну, пока что пусть это здесь лежит, там, как талисман или как что. Я не знаю, как что, в общем, это пусть лежит. В общем, пусть пока лежит здесь. Оно жрать пить не просит, ни холодно, ни жарко, от него тоже нету. Ребят, в общем, вы видели сегодня сами. То есть вы видели все сами, да, то есть как дает изи дроп. Я хер его знает, может, ну, сказать, что мне тут подкручивают админы, но это херня полная, да, то есть вы сами видите, у меня на канале там 60 с небольшим подписчиков, и тут админы будут кому-то мне подкручивать, это просто полная какая-то фигня там, да. В общем, ребят, на этом все, подписывайтесь на канал, вступайте, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, всем пока и до новых встреч.